другим темам. Глава Воронежской митрополии совершил чин великого освящения Знаменского кафедрального собора города Борисоглебска. В совершении чина и божественной литургии митрополиту Воронежскому и Лискинскому Сергию сослужил правящий архиерей Борисоглебской епархии епископ Борисоглебский и Бутурлиновский Сергий. Знаменский трехпрестольный храм был освящен станичной свободе города Борисоглебска в 1869 году. С этого времени богослужения в нем фактически не прекращались до сегодняшнего дня. В годы богоборческого лихолетия церковь лишилась большинства колоколов. Но милостью Божией Знаменский храм не был закрыт. По преданию, иконостас был подарен Знаменскому приходу более 100 лет назад самим императором Николаем II. Это дипломная работа выпускников Императорской академии. Все иконы писались в Санкт-Петербурге в стиле афонского письма. Там же вырезались и покрывались позолотой киоты. И ныне он радует глаз своим величием и духовной красотой. Спустя многие годы для прихожан Знаменского храма состоялось долгожданное событие – Великое освящение собора. Был совершен крестный ход вокруг храма со святыми мощами, которые затем были вложены в антиминс и основание новоосвященного престола. Сегодня храм был освящен полным архиерейским чином, поэтому это действительно историческое событие. И присутствовать на этом богослужении действительно радостно и благодарно. Очень радостно было присутствовать на великом освящении нашего Знаменского собора. Я видела, что и православная молодежь Борисоглебска тоже присутствовала здесь. Очень такое радостное событие, которого мы очень долго ждали. Вот теперь оно свершилось. Многие, кто сюда пришел, никогда не были на великом освящении. Для них это, конечно, было таким большим торжеством. И та благодать, которая была, присутствовала при освящении этого храма, то есть мы сегодня стали свидетелями такого великого события в жизни, которое, может быть, переживаем один единственный раз, это освящение храма Пресвятой Богородицы Знаменская. И поэтому хочется вот этой благодати, которая снизошла на этот храм, на всех предстоящих в этом храме, чтобы она с нами пребывала всегда. По окончании божественной литургии главу Воронежской митрополии приветствовал епископ Борисоглебский и Бутурлиновский Сергий. Вы молитесь о всех чадах церкви Воронежской, и как духовный отец Воронежской земли постоянно несете попечение о всех епархиях, и особенно, конечно же, верим и надеемся, что в вашем сердце Борисоглебск, как второй город ваш кафедральный, особое место занимает. Благодарим сердечно, дорогой святитель, вас за ваше непрестанное пасторское попечение. Затем к участникам богослужения со святительским словом обратился митрополит Воронежский и Лискинский Сергий. В дар новоосвященному собору владыка передал икону Божией Матери «Достойно есть». Вот эту вот замечательную, прекрасную, большую икону «Достойно есть», которая будет находиться в этом храме, как память об освящении этого собора. Дай Бог вам здоровья, помощи Божией в вашей жизни. Помните слова Христа о том, чтобы мы всегда творили добрые дела и всегда ждали бы пришествия Христова, который придет, как говорится в Евангелии, как тать в ночи, неожиданно для каждого из нас. Дай Бог всем помощи Божией и доброго здоровья. Храни вас Господь!